Снова в мир вторгается зло. Где ты, Скричер, время пришло пробудиться. Будем биться. Как нам в батле храбрыми быть? Скричер, диски где раздобыть? В мире этом дай ответ нам. Дикий ветропоток ревет. Скричер, пламени магнушон. Взрыв энергии не померкнет на пути. Дикий солнечный заряд. Скричер, молнии разряд. Это время тьму развеять, мир спасти. Давайте, скричеры, вперед. Пусть смелость нас не подведет. В битву эту за планету сердце нас зовет. Своих друзей мы соберем. Имени скричеров найдем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. Дикие скричеры. Пробуждение Wildfire Line. В предыдущей серии Sunblaze не смогла выполнить объединение со Скричер Каром. На фабрике железной руды Арла и другие похитители энергии напали на Ринга и Ксандера. Но в самый опасный момент Sunblaze Tag сумела сделать суперудар и вылечить пострадавших. И в этот раз Арла с его темной энергией не удалось взять верх. Этот арбуз такой спелый! Привет! Ринга, почему у тебя тут так жарко? Съешь арбуза, сразу станет прохладней. Ну ты обжора. Не хочешь включить кондиционер? А? Он, похоже, сломался. Ринга, вставь новые батарейки. Теперь прохладно. Да, как хорошо. Ну а старые батарейки придется выбросить. Внимание, внимание! Старые батарейки не являются твердыми бытовыми отходами. Если это не бытовые отходы, может быть, органические? Внимание, внимание! Старые батарейки не являются органическими отходами. А, значит, они перерабатываются. Внимание, внимание! Старые батарейки не перерабатываются. Как же так? У них ведь металлическая оболочка. Внутри батарейки находятся ядовитые вещества, которые проникают в воду и в почву. Их нужно утилизировать особым образом. Батарейки — это токсичные отходы. А, вот теперь я понял. Внимание, внимание! А теперь-то что? Всплеск энергии в Desert Stone City. Всплеск энергии, говоришь? Desert Stone? Ринга, надо собрать всех в штабе. А? Яши, а где все остальные? Джансон и доктор Холмс. Где-то застряли, а мы их ждем. А еще взрослыми называются. Отпусти меня, злыдень! Я никуда не уйду от кондиционера! Простите, что опоздал. Вытащить доктора из комнаты с кондиционером было очень непросто. Джансон, глаз Арканы засек всплеск энергии в Desert Stone City. Там мы найдем нового Скричера. Что ж, скорее отправимся туда. Я еще не закончил опыты. Вы там поосторожнее, ребята! Доктор Холмс, вам бы поразмяться. Нельзя же весь день сидеть под кондиционером. Правильно. Давайте полетим вместе. В Desert Stone City замечены вспышки энергии. Все так. Что? Как в городе может быть столько вспышек? А мы скоро найдем нового Скричера. Сколько бы ни заняли поиски, я найду друга. Lightning Eagle, не волнуйся. Мы тебе поможем. Ага. Вспышки энергии рассредоточены.
Давайте разделимся. Так мы ускорим поиск. Я быстро летаю. Мы с Ксандром, Ринго и Яшей осмотрим город. Мы с доктором поищем снаружи. Я останусь с доктором Холмсом. Дайте знать, если что найдете. Хорошо. На поиски! Почему ты остановился? Если верить карте, мы на месте. Джонсон, тут ничего нет. Не могу больше идти. Вы устали от такой прогулки? Вам надо больше заниматься спортом. А ты прав. Там, где на карте всплески энергии, мы обнаружили скважины. Интересно, кто пробурил их? Быть может, Ксандру удалось что-нибудь выяснить. Теперь тут пробури. Сколько шума! Почему в этой скважине нет газа? Теневой гигант, теперь пробури вон там. Хватит бурить! Ну нет! Как ты прикажешь воровать газ без бурения скважин? Тогда иди бури вон там! Эй! Ты вообще не работаешь, а еще мной помыкаешь! Что ты сказал? Что, не культурно спорить с женщиной? Ксандр, далеко еще? Почти на месте. Вот хорошее место. Бури тут. Почему ты остановился? Давай продолжай. Смотри, куда падаешь! Я ни при чем, босс. Это все теневой гигант виноват. А? Что такое? Рядом что-то взорвалось. Надо разведать. Объясни мне, как ты взорвал почти новый бур? Это Мани, моя глупая старшая сестра, решила помочь. Это же Lightning Eagle. О нет, это Ксандр, Ринго и Яши. Прочь с дороги. Давай прячься. А чего же тут случился взрыв? Только не говорите, что это опять Раф. Сначала нужно потушить пожар. Берегись! О нет, пламя все выше. Давайте я! Скричер, трансформация! Уборот, трансформация! Hellfire Tiger! Все так просто. Что ты делаешь? Теперь получилось.
Уйди! Погасни! Ну что ж происходит-то? Сейчас узнаем. Утечка природного газа. Утечка газа? Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. При утечке природный газ легко загорается. Если случился пожар, нужно перекрыть тот путь, по которому идет газ. Я понял, что делать! Перекрой скважину, чтобы газ не выходил! Что происходит? Гляди-ка! О, это же скричер-диск! Крутой энергетический диск! Это диск Wildfireline! Значит, он где-то рядом! Колебания энергии стали сильнее. Надо узнать, что происходит. Шандар? Джонсон, доктор! Джонсон, мы нашли энергетический диск! Wildfireline где-то в Desert Stone City! Давайте, идите скорее к нам! Хорошо, хорошо. Мы с доктором уже идем. Да, встретимся в центре города. А, кошмар. Такое сильное ультрафиолетовое излучение вредно для кожи. Плохие новости. Здесь Ксандр и его команда. А? Что они тут делают? Похоже, они ищут Скричера. Ринго нашел еще один энергетический диск. А? Еще один Скричер? Надо его забрать. Как удачно, что новый Скричер сам идет в руки. В прошлый раз нас победили. Ты опять будешь нарываться? Ты что, боишься? У парнишки прибавилось сил, разве не так? Пусть тогда он и сражается. Правильно. Даже если он встретит свою сестру, то не узнает ее в таком состоянии. Ладно. Они направляются к центру города. Похоже, новый Скричер должен быть там. А ты не беги за нами. Оставайся и добывай газ. А? Это статуя Wildfireline. Мы не виделись пару веков, я даже соскучился. Wildfireline где-то здесь. Я чувствую мощные вспышки энергии. Ринго, пойдем, найдем Wildfireline. Ага. Wildfireline, ты слышишь меня? А? Hellfire Tiger, иди туда. А? Враги! Засада! Скорее убегайте! А? Ну что, скучали, детишки? Да ты нас преследуешь! Моему повелителю Абадону нужны ваши скричеры. Пока вы их не отдадите, вы никуда отсюда не уйдете. Попробуй, отними! Арло, это враги. Они разрушили твой дом. Ты ведь хочешь отомстить? Конечно. Лайтнинг Райна, грозовая пушка! Лайтнинг Игл! Готов к бою! Удар грома! Лайтнинг Райна! Реваурингт Пантер, нападай! Ты чего? Куда ты лезешь? Ван там! Джонсон, что впереди? Там центр города. А лучи похожи на приемы Лайтнинг Игла. О нет, что-то случилось. Нужно спешить. Бежим, времени нет. Раф, опять ты?
ты как раз вовремя, доктор Холмс. Немедленно отдай мне скричеркар. Ни за что! Скричер трансформация! Эй, ты же говорила, мы не будем вмешиваться! Кувырок трансформации! Веном Лиза! Скричеркар! Коготь! Я завершу свою месть! Он стал таким сильным! Неважно, мы его победим! Братик, не волнуйся, я ему покажу! Стой! Ринго опять сорвался. Hellfire Tiger, оставь Venom Lizard. Сначала разберись с парнем в маске. Что? Как так? О, я разорвал! Hellfire Tiger! Он со всем умом тронулся. Не разбирает, где свой, где чужой. Hellfire Tiger, это я виноват. Я поступил безрассудно. Ты скричер-гонщик. Продолжай борьбу, даже если ошибся. Wildfire Line, ты где? Помоги нам скорей! Кто меня призывает? А? Wildfire Line? Wildfire Line, пожалуйста, помоги нам. Я решил не вмешиваться в дрязги людей. Уходи отсюда. Wildfire Line, я Lightning Eagle. Лайтнинг Игл? Лайтнинг Райна и другие во власти темных сил. Хватит смотреть со стороны, ты должен вступить в батл. Но... Wildfire Line, не знаю, почему ты прячешься, но знаю, что Скричер никогда не откажется от своего долга. Мальчик, а ты прав. Друзья мои, давно не виделись. Вы только и делаете, что болтаете. Hellfire Tiger, ты отдохни. Wildfire Line, вперед! Охотно. Кувырок, трансформация! Wildfire Line! Ринго, прежде чем бросаться в атаку, хорошо подумай. Подумать? Я понял, братик! Лайтнинг Райнер! Ты так же силен, как много столетий назад! Wildfire Line! Используй приемы! Дикий огонь! Думаете победить меня такими приемами? Точно! Получай! А, когда ты успел? Пока ты отвлекся и думал о другом. Wildfire Line, атакуй! Как так? Да, победа! А ты хорош. Ну, конечно, я понял, что Лайтнинг Райна с трудом маневрирует. И когда он отвлекся, я застал его врасплох. Это я сам придумал, своим умом. Правда, полезно подумать перед боем. Куда ты лезешь? Ты уже проиграл. Эти ребята меня пугают. С каждым разом они все сильнее. Босс, надо доложить обо всем Абадону. Да. Пусти меня!
Wildfire Line, почему ты прятался в статуе? Я сказал, что у меня кончилась энергия, но меня все время тревожили, так что я спрятался в статуе и надолго уснул. А? Когда Ринго меня разбудил, я не хотел возвращаться. Я устал от мира и не знал, почему Lightning Rhino сражается против вас. А? А? Тогда почему ты встал на нашу сторону? И еще спрашиваешь. Потому что с вами Lightning Eagle. Куда он, туда и я. Серьезно? Меня и правда пробудили слова Ринго. Я Скричер, а значит мой долг защищать планету. Я рад. Ты понял меня очень хорошо. Wildfire Line вернулся. Координаты храма Земли стали более точными. Wildfire Line. Энергия. Термодинамика. Атака 8000. Здоровье 45000. Лев. Характер простой и веселый. Переведено и озвучено Straight Pro в 2022 году. Роли дублировали Леон Автаев, Тихон Ефименко, Анастасия Филимонова, Ярослав Горнаев, Ислам Ганджаев, Петр Коврижных, Александра Курагина, Артем Затиев, Максим Якимов.